учету арендодателя, имеющего право на упрощенный бухгалтерский учет и составление упрощенной бухгалтерской отчетности. Напомним, что к данным организациям относятся субъекты малого предпринимательства, некоммерческие организации за некоторым исключением и участники проекта «Сколково». Для данных организаций предусмотрено право все договоры аренды квалифицировать и учитывать как договоры операционной аренды, за исключением двух случаев. Если договором аренды предусмотрен переход права собственности, и по договору аренды арендатор имеет право выкупить предмет аренды по цене значительно ниже рыночной стоимости на окончание договора аренды. Например, организация является субъектом малого предпринимательства и предоставляет предмет аренды по договору лизинга, в котором предусмотрен переход права собственности в конце договора. Организация не имеет права воспользоваться упрощением, а обязана признать в бухгалтерском учете чистую инвестицию в аренду. Или, например, организация является субъектом малого предпринимательства и предоставляет помещение по договору аренды. В данном случае организация имеет право признавать доходы по этому договору равномерно в течение срока действия договора, не признавая чистую инвестицию в аренду. И хочу напомнить, что любое упрощение – это право организации. Его нужно зафиксировать в учетной политике.